Саженцы персика обыкновенного киевские ранее высаживаются в слабощелочные или нейтральные среднесуглинистые почвы с хорошим дренажем. Сорт быстрорастущий, отличается значительным побегообразованием в молодом возрасте. Высота взрослого дерева составляет около 3,5-4 метров. Плоды созревают в июле, начале августа. Персик обыкновенный киевский ранний отличается средними размерами, вес около 80-100 грамм, округлой формой с небольшим клювиком. Кожица бархатистая, светло-желтого цвета с ярким малиновым румянцем. Мякоть сладкая, нежная, очень сочная, кремового оттенка. Персик обыкновенный киевский ранний – это дерево. Важно, что персик обыкновенный киевский ранний самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.